городе наступила зима. Идет снег. Он шел и день, и ночь, и навалило целую кучу снега. Машинам стало сложно проезжать по дороге. Они стали застревать, буксовать. И снегом закапывают машины, и приходится их постоянно чистить. А низким машинам вообще сложно приходится передвигаться по городу. А Маша очень рада. Она слепила замечательного снеговика из снега. А вот черепашка-ниндзя. Застряла у него машина. Нужно подтолкнуть. Ой-ой-ой, никуда теперь не поедешь. Стоит, примерзла и снега много. Ой-ой-ой, что ж такое? Не пройти, я застреваю в снегу. Когда уже почистят этот снег? Ой, ну посмотрите, как мне теперь идти домой. И вот на улицах города появляется техника, которая убирает снег. И это у нас трактор с ковшом спереди. Он сегодня вместо снегоуборочной машины. Посмотрим, как он очистит улицы нашего города. Как он справится с этой задачей. Ковш помогает ему расчищать снег. Чистим дорогу для машин. У трактора отлично получается. Дорога почти очищена. Осталось совсем немного убрать лишнее, и машины смогут ехать. Вот так здорово! Движение в городе восстановлено. Но у нас не почищен поребрик. Но у нас не почищен тротуар. Для этого у нас есть маленький трактор, который спокойно может передвигаться по тротуару. И для пешеходов тоже нужно почистить снег и очистить им дорогу для передвижения. Ой, как стало хорошо! Теперь я смогу дойти до дома. Маша, привет! Какой у тебя красивый снеговик! Пойду и я слеплю себе такого снеговика. Такая вот техника помогла сегодня очистить улицы города от снега. Всем привет! Посмотрите, грузовик в своем кузове везет большую коробку. Интересно, что же там такое? И куда он это везет? Выгружаем! И тут у нас пазл, экскаватор, который мы сейчас соберем. Кабина. Ставим на основу. Капот. Крылья. А вот и колеса. Закрепляем. Устанавливаем ось спереди. Вот задние колеса, по два с каждой стороны. Тоже закрепляем и устанавливаем. А это наш ковш. Какой же экскаватор без ковша? Ставим его на машину. Вот экскаватор мы собрали. Он может копать песок и грузить самосвал.
попробуем поработать. Ковш небольшой, но, возможно, и самосвал будет совсем небольшой. Вик нам еще привез. Привез он нам как раз самосвал. И его мы собираем. Кабина. Ставим основу и капот. Это наши колеса. Передние. А вот и задние. Также под вас с каждой стороны. А это будет наш кузов. Соберем его из множества деталей. Готово. Устанавливаем. И вот теперь-то экскаватор может погрузить самосвал. Писком. Как хорошо они вместе смотрятся, небольшой экскаватор и небольшой самосвал. Экскаватору такой самосвал точно под силу. Вот такие вот машины мы сегодня собрали на карьере. Большой трактор везет в своем кузове кучу запчастей. Интересно, куда он их везет? Давайте вместе с ним отправимся и посмотрим. Приехал он на карьер. С помощью своего манипулятора он выгружает запчасти. Это будет будущий трактор-погрузчик. Соберем мой трактор из множества-множества запчастей. Здесь и колеса, и ковш, и кабина. Все, что нужно, чтобы собрать трактор. Манипулятор выгружает последние запчасти. И уезжает. А мы давайте приступим к сборке. Берем основу. И на нее все устанавливаем. И хорошенько будем все прикручивать, чтобы во время работы ничего не отвалилось. Продолжаем установку запчастей. И тоже все прикручиваем. Выхлопная труба установлена. Ставим трактор на колеса. И колеса хорошенечко прикрутим. Переднее колесо. И прикручиваем заднее колесо.
и поставим колеса с другой стороны. Задний и передний. И тоже хорошенько прикрутим. Поставим кабину, прикрутим болтом и гайкой. Берем болт и прикручиваем крышу. А на этих частях будет крепиться ковш. Соединяем все втулкой. И прикрутим. Устанавливаем ковш и тоже закрепляем втулкой. Берем болт и прикручиваем. Вот такой трактор-погрузчик у нас получился. Посмотрим на его работу. Как он может грузить песок и выгружать его. Привет! Посмотрите, кто приехал на карьер. Это Буба! Его привез самосвал. Спасибо, самосвал! Ох, смотрите, ребята, что меня тут ждет. Ждет меня тут песочные сюрпризы. В них внутри что-то спрятано. Я об этом точно знаю. И поэтому на помощь я позвал экскаватор. Сейчас он все раскопает и найдет то, что спрятано внутри. И первым нам попадается Аулет из мультфильма «Герои в маске». А здесь у нас волк, серый волк из мультфильма «Маша и медведь». Копаем дальше. И сразу же находим сюрприз. Это маршал из щенячьего патруля. Копаем дальше. Здесь должен кто-то быть еще.
Так, так, так. О, это Гекко из мультфильма «Герои в масках». Ищем сюрпризы дальше. Занимаемся раскопками. Здесь у нас Скай из мультфильма «Щенячий патруль». Здесь у нас тачка Маквин. Главный герой мультфильма «Тачки». Копаем дальше. Ищем сюрпризы. И тут у нас Миньон. Так, а еще чьи-то ноги видны. Раскопаем, кто там спрятался. Это киндер-боксер. Идем копать дальше. Здесь у нас машинка Hot Wheels. А здесь у нас панда из мультфильма «Кунг-фу панда». Ищем сюрпризы дальше. Здесь машинка из тачек. О, а это кусачка из мультфильма «Фиксики». Собака Дим Димыча. Раскопаем еще сюрприз. Гонщик из мультфильма «Щенячий патруль». Кенгуренок Ру из мультфильма «Винни-Пух». Вот такие вот герои из различных мультфильмов нам сегодня попались. У меня теперь будет большая коллекция сюрпризов. Буду собирать их и дальше. Всем привет! Сегодня мы с вами понаблюдаем за работой бетономешалки. Бетономешалка сегодня везет в своем контейнере гипс вместо бетона. Ему нужно залить формы гипсовые. Посмотрим, что из этого получится. Барабан бетономешалки должен постоянно вращаться, чтобы там не оставала жидкость бетон или гипс. Вот уже бетономешалка льет гипс формы. Заливаем доверху. И хорошенечко все разравниваем, чтобы не осталось воздуха и форма застыла правильно. И заливаем вторую форму. И тоже разровняем. Гипс льется и льется.
из контейнера бетономешалки. Разравниваем и убираем лишнее в соседнюю емкость. Мы все залили, оставляем до полного застывания. Потом можно будет форму вытащить и посмотреть, что получилось у бетономешалки. Гипс застыл. Попробуем вытащить и посмотреть, что же там такое. Лишнее нужно отколоть. У нас получились динозавры. Вот такие вот красивые. Осталось только раскрасить. Но это уже не в этом видео. Так вот, бетономешалка заливала сегодня формы из гипса. Меня зовут Тираннозавр Рекс, сокращенно просто Рекс. Мы с моими друзьями решили участвовать в конкурсе на самый крутой замок из песка. Эй, Рекс, привет! Ты знаешь, кажется, на этом пляже совсем нет песка, одни камни. Я тоже заметил это, дружище. Поехали искать дальше. Поехали! Вот, кажется, именно здесь мы и построим наш замок. Смотри, как много песка. А еще он мокрый. Думаю, из него получится отличный замок. Осталось дождаться только нашего друга, экскаватора. С помощью его ковша мы сможем построить отличный замок. Привет, друзья! Меня ждете? Я готов приступить к работе. Ой, подождите, я забыл привезти ведро. Ну ж как же ты, Рекс, давай скорей. Да, без ведра не получится ничего. А вот и оно, гигантское ведро в виде замка. Только его нужно наполнить песком. С помощью моего ковша мы справимся с этой задачей. Молодец, экскаватор! Ведро так быстро наполняется песком. Главное, чтобы он не успел высохнуть, иначе замок рассыпется. Не переживай, осталось совсем немного. Ну вот, ведро наполнено. Настал ответственный момент. Его необходимо перевернуть. Надеюсь, у нас все получится. Я так волнуюсь, так волнуюсь. Вы готовы, друзья? Готовы! Итак, поднимаем. Ух ты ж! Получился отличный замок! Наверняка мы выиграем в конкурсе замков из песка. Наш замок самый высокий, а еще он очень крепкий. Славно мы потрудились, друзья!